Очень такую жирную, запоминающуюся точку. Ну что, вы ждали этого человека? Я уверен, ждали. Огромное количество поклонников у Стефана Ламбьеля во всем мире и в России тоже. Опытнейший Стефан Ламбьель, весь ломаный-переломанный, который уходил из большого спорта, потому что травмы беспокоили, все тело ныло, не мог кататься больше 40 минут в день, не мог тренироваться, решил участвовать в шоу. А потом взял и вернулся, по примеру Евгения Плющенко. И как вернулся? Здесь выполнил в произвольной программе 2 четверных прыжка. Правда, с одного упал, но неважно. Ламбьель набирает форму. Ламбьель очень силен. И какой же он фантастически органичный на льду. Настоящий артист, настоящий маэстро, мастер. Сейчас увидим его вращение, и наверняка многие прослезятся. Это фантастика. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coude. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan. Des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril, et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, rouge et noir, ne s'épouse-t-il pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter, chanter, pleurer. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Нужны ли тут слова? Не знаю. Вот понимаете, Ламбьель, он особенный. Он отличается от всех. Он очень быстро вращается. Знаете почему? По новым правилам, ну вообще по правилам, нужно менять ребро конька во время вращения. Ламбьель не меняет.
Потому что если меняешь ребро, то теряешь скорость. Он не меняет, он вращается так, как ему удобно, как он привык, как ему нравится, а как нам нравится. Вице-чемпион Олимпиады в Турине, двукратный чемпион мира. В Москве выиграл, помните, в 2005 году Стефан Ламбьель, когда Евгений Плющенко снялся из-за травмы. И вице-чемпион Европы 2010, блистательный Стефан Ламбьель. Но главный герой еще выйдет на лед, это, конечно, Евгений Плющенко. И помни.